Челодой маловек, не камняйтесь, брасы. Ушатал, ушатал. Вывез на реакции. Доверяй, но проверяй. Андрей, сколько будет 5 плюс 5? Англия. Англия. Андрей, сколько будет 5 плюс 5? Алгебра 2, география 5. Да, там одни гении. Блин, это такой кринж. Начал дал шуму. Блин, я ору с этих комментариев, когда за это их зачитывать одно удовольствие. Мужчина, вы наверное ошиблись дверкой. Ой-ой-ой-ой-ой. Написано жиза. Илон Маск отдыхает после такого. Просто показал все свои возможности. А что такое анализы? Это что такое? Блин, нет, мало. Мало, можно еще принести. Мало это, ребят, это очень. Банку. Навалил 3-литровую банку. Это просто трэш. Показал все свои возможности. Я в джакузи, я в джакузи. Я когда напью любую бутылку. Я так же делаю. Ты не допила. Кстати, да, там еще осталось. Мальчики, там девочек обижают. Сейчас разберутся мальчики. Гелика не хватает на самом деле. Это TikTok премиум, ребята. Платим 300 рублей. Вау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, башку бы сломал. Ой-ой-ой. Все развалил. Все. Обалдеть. Они все разбросали. Вали. О, свалился. Поломали. Ё-моё, тут вообще как-то краш-тест. Краш-тест. Лыб. Покров. Блин, это блин, это так гениально на самом деле, потрясающе, девочки, лайфхак на самом деле, чтобы держать телефон. Даже не нужна подставка, просто обычная, значит, заколка. Реально классно. Все, всем пока, меня в дырку уводят. Давай, брат, пока. Меня тоже. 90-е. То есть 90-х. Обалдеть. Это стиль, да, это стиль. Каждый день так в школу хожу. После физры выходишь так в спортивках и в туфлях. Обалдеть. Восточная Европа, тут приколы. В западные, видимо, еще до такого стиля не дошли. Потому что я не понимаю, что такое комфорт. Это комфорт. Комфорт плюс. Скидываю на эту папулю видос с посвящением юнармии. Я звоню дяде полицейскому. Насколько все печально, согласен. Зала. Ух ты. Это, короче. Как заставить помыть свою собаку? Не хочет мыться. А что если... То есть... Как-то за ее заинтересовать. Что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. Обалдеть, ух. Вот это собаки. Адидас. Вот это боты. Адидас просто. Где купить такие? Можно ли такое купить? Слушай, в ЦУМе продается? Это камера 4-го айфона. Это камера 3-го айпада. А это камера 33-го отделения полиции Центрального округа. Нормас, нормас. Видео, с которым я всегда смеюсь, как первый раз. Ой-ой-ой.
Чел упал, а его еще сверху метлой. Блин, это так классно. Слушай, как ответить на звонок? А как поднять? Слишком много экшена. Слишком много экшена. Это просто потрясающе. Он просто взорвал эту вселенную своим присутствием. Normal day из Russia. Обычный день в России. Что? Он банку с вишневым соком принес и разбил там ее. Обалдеть, а вы тоже с банку? А, с компотом приносите. Каждый день подумал. Каждый день нашел. Блин, это такая шляпа. Это просто трэш. Это было рекомендации в 1:00 ночи. Пабло. Вау. А, тут, короче, этот подиум, от него все спотыкаются. Бывает. Pretty Babe and Lashes. Ой, ребят, дальше нельзя показывать. Дальше я вам не покажу. К сожалению, вы можете сами найти этого пользователя и посмотреть. Я не буду показывать. Могу только чуть-чуть. Пришла беда, откуда не ждали. А что, он обнял его? Мужской постук, уважаю, встречал своего лучшего друга. Бостон. В Англии? Ой-ой-ой. Можно, пожалуйста, выключить это все? Не могу. Это безопасно смотреть? Пожалуйста. Это мужчина, наверное, да? Мне плохо. Мистер Бомбастер? Я уверен, что сейчас нельзя показывать, что там сейчас будет. 100%. Я был прав. А кому сейчас легко? Раз. Чтоб не пойти в анкомат. Блин. Когда родители заехали из дома и наконец могу начать свой мировой тур. Окей. Игрушечный микрофон. У всех был такой, кстати, микрофон. Такого у меня не было. Обалдеть, откуда у них такие скулы, я не понимаю. Жесть. Блин. Тут только как забирать телефона. Снимали на ручку. Вообще-то у него в руках телефон. Никто не забирал никого телефона, они просто там лежат. Гениально. Просто альфа не... Вы думаете, не похожи? Да? Ты сидишь на физре и твое лицо. Ням-ням-ням, я магнит, если тебе там держат. Крутой, крутой, крутой чел. Обязательно языком шевелить, просто проверить хочу. Без комментариев.
Он хасанит, ребята. Он хасанит, кто не понял. Я просто сниму ускоренное видео. А, напротив окну, как что-то там, девочка с топором, даже ее лица не... Она украшала комнату. Ну, ясно. Вау. Ну давай, чувак. Ну, красава. Это... А чё так грубо? Ссылка на Wednesday? Чё так грубо? Писать. Через минуту я поняла, что пленка нельзя было отдирать. Блин, ты серьезно? А ты уверена, что это пленка? Или нет? Ну, по-моему, похоже на пленку. Обычно транспортировочная пленка. Гарантия должна и без этого работать, в принципе. Фу. Что с ним? Вкусный бананчик. Он просто из Африки. Телефон упал, и что ему делать? Комментариев нет. Samsung. Microsoft. Почему Microsoft? Microsoft, как и говорится. Volkswagen. BMW. BMW. DHL. DHL. Pringles. Ой-ой-ой-ой-ой. Плюнул. Да мне страшно на самом деле на него смотреть. Очень-очень замирает. Только не трогай меня, лады. Это безопасно. Небезопасно на самом деле смотреть это. Дети в Америке не могут уснуть из-за шума дождя. Я в 6 лет на свадьбе дяди Шамида. Еще тамада орёт на весь голос. Мне настроение портить, а? Какой ты меня ударил? Почему я вообще учусь в этом классе? Я не знаю, что надо... Оксимирон последний звонок. Когда сказали, что в школу приедет важный челик, еда. Ногти. Да, я ногти заметил длинные... Когда всем видом хочешь показать водителю автобуса, что ты не поедешь. В любом случае, людям выходить на самом деле. Он останавливается, потому что есть люди в автобусе. Только у вас в группе такая рассадка. Первый раз такое вижу. Со среднего ряда списывать неудобно. Да, кстати, на самом деле. Не могу понять, почему парта трясется. Тут сама одноклассник. Это такая жизнь. Почему американские школьники не завязывают шнурки? Ты пока под... А почему тут американские школьники? По-моему, он просто не забыл... Жизнь, а я расскажу. Не забыл записать. Вы можете увидеть многих учеников с развязанными шнурками. И вы спросите, почему они так делают? Ведь это совсем неудобно. Все время наступаешь на шнурки, приходится их прятать. И что это за тренд такой? И тут есть пару причин. Во-первых, многие просто не умеют завязывать шнурки. Да. Вы не ослышались. Во-вторых, именно по кроссовкам определяют какой-то человек, ведь развязанные шнурки говорят о свободе и делают тебя круче остальных. Ну как вам такое? По-моему, развязанные шнурки — это просто... Для тех, кто не умеет завязывать шнурки, вот именно. Да, но в берцах это неудобно, поэтому я хожу в берцах. Заходит мужчик в туалет, чтобы посмотреть себе. Бывает. Бежки. Начал бегать. Вот творог себе купил. Ой, блядь. Жиза. Творог светлый, нехитрованный. Вот, ой, 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 20-20 вайп. Все повалилось. Зачем вы так, ребята? Ой, 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 я знаю этот прикол. Не может дырку попасть. Блин, не повезло чуваку. На самом деле очень жалко, потому что они это все роняют,
Ой-ой-ой-ой-ой, все разлил. Сосиска в тесте. В подъезде. Где? В подъезде. Здравствуйте, вот в тесте. Что? Сосиску в тесте. Сколько? 30. Блин, хранение колбасы из булок не в холодильнике. А, у меня 29. Ну ладно, сейчас скажу. Блин. Ой, наступил. Это просто эпик фейл. Мама, где делаю себе сода? Я нарастил степенок. Это такая, блин. Надо использовать соду по назначению, чтобы мыть посуду. Как будто она сосёт арабу. Я люблю разных сучек, каждый сучек, белый сучек, черный сучек, умный кум. Блин, можно песни чуть поадекватнее? Сумка из моха? Жесть. Какую музыку она слушает? Блин, такой кринж просто. Это та самая, которая сидит на последней партии и молчит. Чисто здесь нужно топить длинное сообщение, что я хочу сказать тебе, если ты используешь звук. К сожалению, никто не напишет. Это правда. Ложные надежды. Переходный возраст. Ты серьезно? Переходный возраст это на Twitch? Из них только WhatsApp, в YouTube. Тикток, лайк, все. Скачать мой тикток в 22-м году и шарить за приколы. Скачать в 23-м году и понимать, что ты потерял весь год без тиктока и новых видео. Ничего нового не узнал, ничего полезного. Когда не пошел в школу, сидишь себе, пьешь чай, хаваешь пиццу, потом ходишь на время, думаешь, у них еще куча уроков. А потом день проходит быстро, тебе завтра все равно в школу идти. Ха! Фу, у него Лешки большие бузика. Мужчина. А в конце-то... Nice. Лучше брит битца. Чем обзор на наушники, пожалуйста. Когда пацаны! Пара 5 накачанных мужиков. Ох, ребят, это ТикТок. Не скачивайте, пожалуйста, мод на ТикТок. Это просто полный трэш. Лайк, если вам понравилось, не забывайте о целом плейлисте, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать, рассказывайте друзьям, жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться, посмотрите вот эти видосы сверху специально для вас, а снизу еще одно видео с ТикТок. Попробуйте глянуть, вам понравится. С вами был, как всегда, я, Райли. Здоровья, там счастья, успехов, всего самого наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких. Будьте счастливы, будьте, конечно, здоровы. И увидимся же в новых видео. Пока.